Недавно узнала я, что французы любят на гарнир морковь. Или англичане. Короче, я забыла, и дело не в этом, кто это любит. Мне захотелось очень приготовить нечто подобное. Рецептов я не знаю, я просто как бы экспромт. Приветствую всех, кто заглянул ко мне на канал. Я Светлана Портнягина. Вкусная радость с вами. Итак, для гарнира морковного, или я это буду кушать как самостоятельное блюдо, я взяла две моркови таких довольно-таки больших, одну репчатую луковицу, растительное масло, кусочек сливочного будет, сахар, соль и смесь пряностей. Вот. Приступаем к приготовлению оригинального блюда. Тушеная морковь с репчатым луком и пряностями. Для начала, вот я поставила сковородку, мне нужно, чтобы она отсохла, обсохла, что я ее нагреваю. Вот. Сейчас мы приступим к нарезке моркови. Итак, друзья, напряжение у нас желает быть лучшего. У меня, посмотрите, два фонаря включены, толку нет. Итак, приступаем к нарезке моркови. Все ненужные места мы отрезаем. Так, мне надо будет сейчас как-то кубиком, короче, разобраться. Я не мастак резать. Так, кубиком тем более. Но я попробую, по крайней мере. Так-с. Главное не отчекать пальцы. Ну, вот такой кубик я буду нарезать. Вот. Как его правильно нарезать, я не в курсе. Буду резать так, как могу. Короче говоря, вот примерно такой кубик у меня будет. Продолжаем. Что-то здесь истончили немножко. Желательно, конечно, одинаково, но размеры. Но у меня это не получится, потому что я не профи. Я же вам сказала. Вот в таком духе я порежу морковь, пока у меня нагревается сковорода. Так, друзья, морковку покромсала как смогла. Короче, нечто похожее на кубик. Вот. Теперь нам нужно порезать лук. Ну, я не знаю, как его порезать, но, в общем-то, я, наверное, мельчить не буду. Ну, чтобы. Короче, вот так, наверное, на три части и потолще. Вот не знаю, почему. Может, наоборот, надо поменьше. Но я буду делать уже так. Поэтому. А здесь побольше, потому что кусок у меня побольше, но вот так покрупнее. Ну, такой вот довольно крупный куб. Куб. Квадратик. Вернее сказать. Не кубик, а квадратик. Это будет честнее. Итак, друзья, наливаем на сковородку масло, чтобы разогрелось. Немножко я в растительное масло добавлю чуть-чуть для вкуса сливочного. А я достала его? Да, кусочек достала. Вот я хочу еще как бы украсить вот виноградом. Это кишмиш. Я не знаю, что в процессе будет. Мы, короче, посмотрим. Наливаем сначала растительное масло, а затем уже добавляем сливочное. Вот так вот наливаем, чтобы поджарилось хорошо, понимаете? Нам нужно, чтобы, ну, как бы, посмотрим уже. Сковородка не очень большая, может даже, ну, вот такой кусочек. Можно больше, но я в целях экономии, сами знаете. Я бы положила бы вообще вот весь этот ломоть, но, к сожалению. Вот эта пачка масла, вот это вот, да, молочная лавка, здесь 180 грамм, она стоит 122 рубля у нас. Ну вот и посудите сами, могу ли я позволить себе положить пол пачки масла для того, чтобы поджарить морковку. А потом за 2 месяца забыть вкус хлеба с маслом.
дадим немножко разогреться, да? А пока пожуем кишмиш. Ты вчера купила? Угу. Мне же донатик прислали, так я могу себе позволить пошиковать. Виноград. Это для меня вообще деликатес, как для вас красная икра. Угу. Или черная. Не знаю. Друзья, напишите, что для вас деликатес. Только честно и откровенно. Кстати, мне там ответили на вопрос в прошлый раз, я задал, какого ингредиента в борще нету. Мне написали, спасибо вам большое за то, что вы ответили. Мне это приятно. Один человек ответил ВКонтакте, другой ответил прямо в Ютубе. Прямо очень приятно, серьезно говорю. Прям вообще. Обратная связь для меня это просто как манна небесная. Поэтому, друзья, давайте так. Откровение за откровение. Я с вами откровенно. Напишите мне, что для вас деликатес. Один-два слова. Что вы... Ну, деликатес – это продукт, который не всегда можно себе позволить, да? Так? Который очень вкусный для вас. Напишите, пожалуйста, мне. По-честному. Так интересно мне статистику прям провести. Какой мой зритель? Мне будет очень приятно. Вот кишмиш для меня деликатес. Про икру и красную рыбу я не говорю. Ну, я бы, конечно, самую дешевую горбушу у нас недорогая. Я бы, конечно, ее раз в неделю ела всегда бы запеченную в духовке с удовольствием. Под луком, под сыром. Или просто в фольге запеченную. С лимоном и розмарином. Да. Я скумбрию-то раз в месяц ем. Чего уж говорить о горбуше. Обалденный виноград. Так. Вот так же разогрелось. Очень вкусно пахнет сливочным маслом. Я добавляю. Ну, не сильно, видите, еще разогрелось. Как всегда, вы же видите, какой он. У меня титан включен, потому что тут человек налил в ванну, а титан был выключен. И теперь я со своими артритными руками вожусь под холодной водой. Понимаете? Вот такое у нас взаимоуважение друг к другу. Требуем, но взамен. Вот. Так. Ну, наверное, вот так вот жарится. Это вообще труба. Давайте так. Я добавляю сразу чайную ложку сахара. Так, сахар убираем. Сразу, ой. Размешиваем. Кстати, у нас холодно так. Сегодня прям вообще первый день холодный. Солнечный, но холодный. Прям в шапках люди ходят. И даже некоторые прям таких теплых куртках. Так, вот я не знаю, что у нас напряжение. Но, к сожалению, титан я выключить не могу, потому что вода вообще холодная. Так, у нас сейчас 11 градусов. Ну, это у окошка. Кстати, ветерок небольшой. Вот. У окошка. А на улице, наверное, ну, может, градусов 6 чувствуется. Я не знаю, может, меньше. Ветерок. Ну, без шапки, короче, уже все. Геморит подхватишь, уши продует. Ну, ждем, пока хоть немножко поджарится. Сдается мне, что оно не поджарится, потому что вообще отвратительное просто напряжение. Наверное, мне придется... Ну ладно, подождем. Не говори губ, пока не перепрыгнешь. Кстати. Сказочка на завтра. Интригующая. Или я сегодня интригующую бросила? Хе-хе, я вас обманула. Сказочка сегодняшняя. Интригующая. 38-я.
Так, друзья, прошло буквально несколько секунд, я просто помыла доску. Давайте так, я сразу забрасываю морковь, иначе это дело не пойдет никакое, уже время позднее. И пусть у нас уже припускается это все под крышечкой. Вот. А тут уже будем смотреть, что у нас будет с жидкостью. Так, ага, пряности вот сюда. Момент, что-то я тормознула. Сейчас я на масло вот сюда вот высыплю пряности. Здесь у меня тмин, горчичное семя, кориандр, душистый перец и, по-моему, все. Ну вот и щепотку. Я все не буду высыпать. Чуть-чуть вот так. Вот такие пряности я добавлю. Котята вот эти мелкие прям под ноги лезут, прям наступить боюсь. Так, вот немножко сейчас прогреется. Чуть-чуть хотя бы, да? И мы уже закроем крышкой. Пусть у нас уже готовится в таком виде. Потому что напряжение очень плохое. Поджарки у нас не получится. Ну, там будет вот так. Да, друзья, тут вот у меня здесь плавает имбирь. Обязательно. Сейчас сезон. Лимон, имбирь, мед. Просто вода, можете без чая вот это все заваривайте и пейте. Я вам просто напоминаю. Ну все, друзья, я размешиваю. И пока никакой воды, жидкости я добавлять не буду, я накрываю крышкой плотно. Вот. У меня, правда, сильный огонь. Что толку? Короче, здесь нас считай на среднем огне. Потому что сильный здесь, вот у меня его сильного здесь нет. Все, накрываю крышкой и уже через 5, может быть, 7 я подойду сюда. Короче, как подскажет мне интуичка моя. И посмотрим, что у нас здесь происходит. Так, друзья, я, короче, пока тут тряпку выжимала, я подумала, что я все-таки убавлю на четверку, да, и пусть она потихоньку тушится. Потому что вот выпарится все это. А я не хочу, я хочу, чтобы морковка, лук дали сок. И вот в этом соку, я не знаю, как получится, может, еще придется добавить жидкость. Но вот пусть, короче, тушится так. Думаем так, пока так. Так, друзья, я тут пришла, смотрела садгуру, кстати. Смотрите, развивайтесь. Не знаю, сколько прошло, но вот, смотрите, наконец-то мы дождались поджаривания. Ну, 10, наверное, прошло. Вот. Это вот на четверке, на шестерке уже, наверное, вообще хорошо поджарилось. Ну, ладно. Хорошо поджарилось. Сейчас я посмотрю, что у нас здесь с этой, с готовкой, с готовностью. Так, лук нормальный, моркошечка. Что у нас тут с моркошечкой? Так, моркошечка вообще, сейчас я ее попробую, кстати. Ай, мы же не солили, ничего, только сахарили, да? Так. Сейчас посолим. Сейчас я попробую кусочек этот. Ну, такой довольно толстенький кусочек был. Открыла прям всю фрамугу. Горячая. Даже получилось не тушеное, а жареное. Очень вкусно. Наверное. Я попробую. Она замечательная уже. Не надо мне больше, не хочу я. Друзья, сейчас солю. Не хочу я ее тушить. Она прям такая ням-ням-нямка. Сейчас, ой, ням-ням-нямка. И, короче, друзья, я решила все-таки забросить назад. Что там котята скрипут или что там делаете? Чихаете или что там делаете? Короче, вот посолили, да? Давайте так. Сейчас я добавлю виноград, все-таки, да? Ну, посмотрим, что будет, посмотрим. Ну, вот прям хочется прям такого вкусного, отличного, красивого, прекрасного блюда. Так. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ну, думаю, хватит. Теперь я размешаю. Да? Я думаю, я не знаю, лопнет он или нет, как он будет попадаться, но думаю, принесет свою изюминку в некотором ее натуральном виде. Так, все, посолили. И теперь... Пусть минут 5 еще потушится. Ну, вернее, пожарится, потому что это не тушение. Хотя, собственно, соку тоже тушение, но там сока нет. Ждем минут 5, не больше.
Так, друзья, минут 5 прошло, наверное, точно. Я там смотрела про простукивание. Увлекаюсь восточным практиком, поэтому я всегда... О, смотрите! Они, по-моему, полопались. Будем надеяться, что вкус вообще потрясный. Все, я думаю, что это будет вообще нечто, друзья. Все, короче, убираю с плиты. Да? Теперь мы это все пробуем. Берем вилочку. Ням-нямкаем. Берем вилочку. И пробуем. Так, друзья. Так-с. Ой, вообще отлично. Сейчас я прям возьму с луковкой, и с морковочкой, и с ягодкой. Ну, с виноградинкой, я имею в виду. Вот так вот сейчас я подую. Как же вкусно пахнет. Вот пряности прямо, ой, вообще, ой, пахнет. Вообще вам не передать, какой вкусный, сладкий аромат. Это еще на сливочным маслом пахнет. Ой, как вкусно, понюхайте. Ой, я даже не ожидала, что такой кусочек сливочного масла придаст столько духа молочно-сливочного. Ой, вообще, сейчас подую. Луковку взяла. Друзья, боже, это божественно. Блин. Французы, или кто там, вообще гении. Это неимоверно вкусно. Это так вкусно, это так вкусно. Друзья, я еще знаете, что сделаю? Я еще сделаю вот так. Последний штрих. Свежемолотый черный перец. Это вообще придаст необыкновенную остроту и дух, аромат. Это будет нечто. Вот эта сладость, приправленная этим перцем пряным, ой, остреньким, это все, это амба-паракамба. Ой, друзья, как это вкусно получилось. Какой молодец, благодарю вас за вдохновение, друзья мои. Друзья, приготовьте это блюдо. Это просто потрясающая морковка с виноградом. Это нечто. Люблю вас, обнимаю, будьте счастливы. Живите в достатке, благополучии и радости. Всего доброго. Чао, какао. До встречи.